тяжелый матч вроде. Это, начали неплохо, первый период сыграли, потом во втором вышли, немного расслабились и допустили ошибки в меньшинстве. Но к чему привели гол, пришлось отыгрываться. Добавили, забили два нужных гола. Но потом в третьем опять тоже вышли, что-то как-то расхлебано. Все-таки выиграли этот матч, дожали соперника. Так начали ударный матч, перебросали почти втрое соперника. Сделали выводы после предыдущей встречи? Ну да, тренер нам сказал, что плохо там начали тоже. Вот. Немного, может, ребята после Хабары, после этих Дальнего Востока немного еще не пришли в себя, поэтому просыпаемся только во втором-третьем периоде. Не знаю. Я думаю, все будет нормально. В Сибири уже выйдем готовыми. Ну, во втором периоде, вот и в третьем, уже на площадке шла совсем другая игра. Что изменилось? Мы сбавили где-то обороты или соперник добавил? Я думаю, соперник добавил. Потом мы еще тоже, в принципе, нас разбудили два гола, которые мы когда вышли расхлябанные. Тоже добавили, начали играть. В принципе, надо так играть всегда. В третьем периоде был момент, вы сыграли головой, так непривычно было видеть. Как так получилось? Не знаю, что-то решил так сыграть. Можно было рукой, решил сыграть головой. Был такой опыт раньше? Нет, но я посмотрел у Павла Дуцука, когда он забил еще за ЦСКА, такой был. Правда, его не засчитали.